Уже все учатся, а мы только идем. А вот она. И школа, да? У вас геометрии-то не было в другой школе, а здесь есть геометрия. У Ксюши, кстати, буква А, да? Да, и тогда мы снимем и хом-тур, и... Да, и рум-тур девчонки снимут. Красотка, она ночью гавкает, тебя будет. Доброе утречко, всем приветик. Наконец-то настал этот день. Ксюша, ты счастлива? Я смотрю, ты очень рада. Девчонки сегодня идут первый день в новую школу. Бедненькие, они так волновались ночью. Не могли уснуть. Он же сухой. Ланчбокс возьми. Что ты в пакете-то таком понесешь? Угу. В общем, собираемся. У нас сейчас утро. Вот. 7 часов утра. Так. Ксюня собирает завтрак. Что ты еще возьмешь? Фруктики возьми какие-нибудь. Яблочко. Морковка. Есть. Морковка. Морковка есть? Возьми. Волнуешься? Да? Сильно? Нет. До 2 часов не спали. До 2 ночи. Да. Ну давай, все готово, портфель готов? Хорошо, давайте завтракать. Мандарин там не сможешь его чистить даже, он так трудно чистится. Да. Это что такое было? Понь, ты чего? Она тебе сказала, что ты там ешь, а мне не даешь, да? Ты слышала? Пошлите, опаздываем. Папа просмотрел время, нужно было в 7:30 быть уже там. Да, в 7:30 девочки будут учиться, а не с 8. А у нас уже время 7:50. Все, давайте выходим. Все взяли. Ну ничего страшного. Все, пойдемте, выходим. Идем, идем. Холодно. Все такое белое в тумане. И детей нет, главное, ни одного ребенка. Я же говорю, опоздали. Уже все учатся, а мы только идем. Ну ладно. Первый день можно. А вот она. И школа, да? Все уже там, свет горит. Ты одна немножко посидела, да, соскучилась уже. Ох, как ты быстро соскучилась. Как ты быстро. Все, ребят, мы проводили нашу детвору. Мам! Ага, вау, мотоцикл тебе попался. Круто. В общем, девчонки зашли в свой класс каждая. Мы идем за девочками. Пришло время. Уже сейчас будет заканчиваться уроки. Идем встречать. Да, Макс? Соскучился? Да. Вот. Элиза? Ждем Каролину. Вот это Каролинин садик. Детки выходят. Вот тут поля, леса. Давайте, рассказывайте. Если только на... С кем ты шла? С девочками? Идет, главное, мы смотрим. А она идет, ее обнимают две девчонки по бокам. Сколько у вас девочек? У вас девочек, по-моему, где-то 10, да? Со мной? Да. 11. 11 девочек. 9 мальчиков. А, ну нормально. А, ну получается у вас... Книжка, туда мы записываем, что мы уроки. У Ксюши в классе... То есть вы учитесь 2 класса вместе, да? 3-й и 4-й.
Маргарита учится вместе с четвертым. Ой, нет, с пятым и с шестым. А с кем ты сидела? У тебя что-нибудь спрашивали? Откуда ты? Задавали какие-нибудь? Обычно, когда приходит кто-то новенький, учительница начинает, допустим, расскажи о себе. Ну, да. Ну, ты о себе рассказывала? Там, тебя зовут Ксюша. А? Уэвито. Ну, сэй, Макси пригунта сам. Ой, как это мило, подарила фотографии своей собаки. Это Суперо. Суперо? Тебе фото за Суперо? Какая хорошая девочка. Прикольно. Пуделек. А у тебя? Одна переезжает. Подружек сколько? А куда она переезжает? Но она и больше не пойдет сюда в школу. Но она вообще в другой город переезжает или в другой? Она переезжает, но больше она сюда в школу. А тебе что? У тебя спрашивали? Вопросы тебе задавали? Да. Она сказала, что у нас не было домашнего задания? Да. А, ничего. Они сказали, о, очень круто. А у них будет домашнее? У вас будет домашнее задание? Да. Они на этой неделе они нам не задали. Потому что... Им на каникулы? На каникулы. Но на следующую неделю нам задали. Ага. 20 минут. Маме папе так у вас... Да тихо. У вас геометрии-то не было в другой школе, а здесь есть геометрия. Да, тут тоже у меня. Ты сегодня первый раз чертила циркулем. Я не понимаю, как это будет. Да, слышь, все, у меня не получается. Ну, научишься. Чего? Домашнее задание задали? Только это дали. Да? Ну вот, теперь у девочек будет домашнее задание. У Ксюши, кстати, буква А, да? А. У Ксюши буква А. А у тебя Б? Да. Пятый и шестой класс Б. Пятый, шестой Б. Мне интересно, как они делят. Они же могли... Шестой с шестым соединить, а они соединили пятый с шестым. Почему-то вот я не понимаю вот этот. Папи, обычно она соединяют. Говорит, она всегда говорит, класс пять, класс пять, вы там и там работаете, класс шесть, вы там и там работаете. А, и каждый делает свое задание. Да. Ага. А вот если она, допустим, объясняет какую-то тему. То она сначала говорит, класс пять, приходите. Да. А потом она говорит... Класс 6 приходить. К ней да. подходить? Интересно, так же сложнее. У нас зеленая, доска. Угу. И еще две такие белые доски. Ксюня делает домашку. Соскучилась по домашнему заданию? Да, нравится тебе. Ну, вот. Делает математику. Все вместе вы на улицу выходите на паузе? Я ее не видела. Нет, Каролина там, у них своя есть площадка, наверное. А вы с классами, со школой все вместе, да? Да. Угу. Маргарите дали, ой, Ксюше дали заполнить анкету уже сразу. А у тебя есть анкета еще, которая там не заполнена? Принеси тоже. Вся заполнена. Тебе нужно новую купить, да? Ну, новую купишь. Ты видела, что я коробки у тебя убрала? Да. Не за что. Спасибо. Пойдем кушать. Тебе в школу идти. Бонька, что ты тут улыбаешься? Что ты улыбаешься? Что ты улыбаешься? Да лапку. Лапку дай. Здорово. Здорово, здорово, корова. Дай лапу. Лапу дай. Лапу дай. Дай лапу. Дай лапку. Лапку дай. Бонь, дай лапу. Да не кусай меня, дай лапу. А сколько ты придешь в три? Да. Чего ты переобуваешься? А, эти? Да потому что другие надо всегда развязывать и потом снова завязывать. А, да, эти же на замочке. Раз, два, все. Угу. Потом надо завязывать. Ну давай, какие у тебя уроки сейчас? Они мне, по-моему. Угу. У нас электричество. Электричество проходится. Ну все, пока. Пока. Давай. Удачи. А у вас сейчас все детки придут или тоже делятся по группам? Чё, нет. Все? Все. А, ну все, давай. Пока. После физкультуры надо мыться? Да. Обязательно? Да.
Ой, что-то я заболела. Облигаторий. Угу. Там. Ксюш, тебе опять холодно? Опять в шапке сидит. А Бонька охраняет. Думает, ей что-то перепадет вкусненькое, да, Бонь? Ты в школе в шапке сидишь? Нет, в школе нельзя в шапке сидеть. У нас уже ужин. Ой, ты мой сладкая танцует она. Сколько у вас? Уже скоро танцу, спать. Сегодня вы уже нормально будете спать? Не будете волноваться, как вчера. Сегодня у нас. Завтра у нас Хандербайт. Это труды. Что-то будете делать? Сегодня в обед. А у тебя сегодня есть в обед, Ксения? Не сегодня, а завтра. Почему сегодня? Ой, завтра. Да, у Ксюши есть в обед. Так во сколько вы идете? В 7:30? Да. 10 минут раньше, потому что на 5 минут. На 5 минут раньше как, уже. Когда остается 5 минут, вас запускают. Да? Угу. Ну, в общем, сегодня мы, получается, пришли вовремя. Ну как, сегодня было в 7:30 учеба. Но в 7:30 был предмет религии. Но мы не католики, поэтому мы не должны. Поэтому Маргарита с Ксюшей не будут ходить на этот предмет. Этот предмет начинается в 7:30 и до 8 часов 8:20, да, заканчивается, 8:15. Вот, поэтому. Но иногда в какие-то дни, например, завтра опять у них в 7:30 начинается. В какие-то дни будет начинаться учеба в 8:20 или в 8:15, да? А в какие-то дни начинается в 7:30. Интересно. А в 11 тоже? Нет. В 11? У кого в 11 начинается? У тебя в 11 утра? В 11. Не тебя? Знаю, у тебя. Нет, в 11 не начинается. Только либо в 7:30, либо в 8:15. Будет меняться расписание. Вот в понедельник у вас религия. Вы не ходите. Поэтому... Мы сегодня перепугались. Мы думали, что мы опоздали. Вот. Папа не да. Он посмотрел, говорит, а сегодня же в 7:30, а уже было 7:45. Я попросила нормально. Кстати, ребята все спрашивают, когда мы будем снимать хоум-тур. Квартира-тур. Ну, когда у нас все уже... Да, мы немножечко приберем, когда вот у нас закончится вот это все. Посмотрите, у нас сколько коробок. Вот это все надо выносить. Как немножко мы приберем, так более-менее будет порядок. Стреляю. Макси, нельзя в потолок стрелять. То кружок пойдет. Да, и тогда мы снимем и хоум-тур, и да, и рум-тур девчонки снимут. Сейчас у них тоже в комнате там кое-какие коробки еще стоят. Еще столы не стоят, кстати. Столы нужно принести. Принести, говорю, привезти. Да? Ой, тебе волосы дернуло. Так что... Что ты делаешь с клеем? Откуда он у тебя вообще? А почему он тут? Он должен в шкафу быть. В шкафу? Мамочка. Она не закрывает. Там на кнопку нажми. Где? Там, которые шторы закрываются. А, ты шторки закрыла? Да. Не, я тебе ничего не делала. А, ты тоже уже повесила? Эви, хочешь там? Мамочка, открой шторы. Открой шторы. Ты что гонишь? Мама накусается! Она тебя утром смотрит. Лежать, Барбоскин. Ты мой Барбоскин? Ты Барбоскин, Пёскин. Ты Пёскин, Барбоскин. Ну, ты Пёскин, Барбоскин мой такой. А тя-тя-тя-тя-тя-тя. Выходит. Ага, ага. Будет. Ты меня напомнил, попа. Бонька попкой виляет. А, так, конечно, ты вкусняшку носишь, поэтому она за тобой ходит. А почему ты этим укрываешься? Потому что она хочет не заправлять постель. Хватит, может быть. Ну, может быть, ты еще будешь в одежде сразу спать? Нет, я имею в виду сразу в школьную одежду оденься, и все, тебе же лень переодеваться. А, ну да. Спасибо. За идею, да? Ладно, все, давайте. Все, ребятки, пока-пока. Ты куришь? Твой
профессиональный голос. Смотри, какая красотка у меня, принцесса. Во. Красотка, она ночью гавкает, тебя будет. А он спит. Воды нет. Нет, есть водичка, она только что. Так, все. Что? Воды. Неоновые. Все, спокойной ночи. Свет выключаем. Где твой этот? Где твой этот? Бонь. Куси ее один разочек, чтобы она тебя отпустила, Бонь. Куси ее, куси, тебе разрешаю. Разрешаю, куси ее. Спокойной ночи. Пока. Ксюнь, все, готова? Давай, ложись. Все, ребятки, всем пока, спокойной ночи. Давайте, все, уходите. Давай, выключай какой-нибудь свет, слишком много. Нет. Маргарита, все, хватит. Выключай какой-нибудь свет. Ну, какой-нибудь, да. Этот оставишь? Слишком ярко. Ладно, все, пока. Все, пока. Пока. Спокойной ночи. Дверь оставить открытой? Да. Давай, пока.